5 городов Иркутской области стали победителями 4-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты конкурса объявили 18 августа в рамках пленарного заседания форума малых городов и исторических поселений. Участие в заседании принял председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В списке победителей Усолье Сибирское, Черемхово, Тулун, Железногорск, Илимский и Бодайбо. Каждое муниципальное образование получит гранты на сумму от 70 до 95 миллионов рублей. Проекты благоустройства в этих городах реализуют в 2023-2024 годах.